Районное общественное движение «Первых» продолжает свою активную работу. В этот раз проведенное ими мероприятие было направлено на развитие спорта и поддержку молодежи. На базе Дворца спорта имени Мухарбия Киржинова были организованы соревнования по волейболу среди девушек возрастом до 2007 года. В турнире приняли участие 6 команд, что придало мероприятию дополнительное эмоциональное напряжение. Турнир был открыт председателем движения Даной Брантовой, которая выступила с пожеланиями удачи участникам. Хочу всем пожелать удачи, призы крутые. Надеюсь, что сыграете в свое удовольствие и победительнейший. Желаю быть вам всегда первыми и желаю всем победы. Спортивный зал был наполнен изумительной атмосферой, напряжением и яркими эмоциями. Команды, состоящие из талантливых и решительных игроков, демонстрировали не только свои навыки, командную работу, но и внушительный багаж знаний, полученный от своих тренеров. В ходе турнира волейболистки из аула Егерухай проявили свое превосходство и оказались лучшими среди всех участниц. Команда «Бличипсин-1» завоевала серебряные медали, ну а бронзовым призером стала команда «Кашихабль-1». С поздравлениями и словами поддержки выступил первый заместитель главы районной администрации. Я искренне поздравляю вас с участием, я искренне поздравляю победителей, которые сегодня выиграли все матчи и стали самыми сильными. Но всегда говорю, что на таких турнирах не самое главное победить соперника, самое главное победить зло, самое главное победить лень, плохое настроение. Поэтому я хочу, чтобы вы всегда были примером для всех, которые смотрят на вас, которые завидуют победителям, которые завидуют тому, чем вы занимаетесь. Здоровья вам, счастья, хороших результатов, успехов в игре, в учебе и в жизни. В заключение Руслан Емыков вручил заслуженные кубки, почетные грамоты и памятные сувениры.